Две минуты остается до конца второго периода. Еще попытка бросить. И вот гол! Вот так! 4-2! Вот, смотрите, запустил эту снежную лавину Артем Денков. И набирает она обороты. Не получился вот тут бросок у Додонова, но отскочила шайба дальше к Спунеру. И Спунер уже расстрелял пустые ворота хоккейного клуба Сочи. В итоге 4-2, и все не так уж и плохо. Райан Спунер, смотрите, какая у него статистика. 19 матчей, 18 набранных очков.